Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я вам покажу, как устранить ошибку Stop Error C4021A Fatal System Error. Она возникла у нас при установке Windows 7 64-битного с флешки. С флешка Windows. Ноутбук, кстати, у нас Asus. Модель сейчас уточню. Пробуем искать решение этой проблемы. Для начала я попробую с другой флешки установить Windows. Включаем. Снова. Если возникнет такая же ошибка, то будем менять оперативную память. В большинстве случаев оперативная память, такие ошибки из-за нее. Винчестер, кстати, здесь у нас новый стоит. Только что я его заменил. Это старый. А на ноутбуке стоит уже новый винчестер, так что проблем с винчестером быть не должно. Сейчас нажму паузу, чтобы вас не задерживать. Ладно, уже открывается установочка. В принципе, кажется, все нормально. В предыдущий раз ошибка возникла еще до появления мышки этого раздела установки. Так что, насколько я вижу, все будет хорошо. Едем дальше. Вот. Выбираем 64-битную версию Windows. Далее. Принимаю условия. Далее. Полная установка. И создаем разделы. Как я говорил, Винчестер уже стоит новый. Создаем разделы. Разбиваем Винчестер на разделы и начинаем установочку Windows. Выбираем DSC и нажимаем кнопочку «Далее». Модель ноутбука вот у нас K53U. K53U. Asus K53U. Моделька такая у нас ноутбука.
Ошибочка устранена. Спасибо за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. До свидания.